Новости услышал на неделе я. Из Минсвязи говорят о том, что теперь табачные изделия на газетных полках мы найдем. Если честно, я в недоумении. И такой вопрос хочу задать. У Минсвязи что, предназначение сигаретный бизнес продвигать? Видимо, не те приоритеты. И у них другой на это взгляд. Может, скоро водка у газеты с коньяком и пивом встанет в ряд. Я закончу вот на этой фразе. Нам нетрудно будет предсказать. От такого предложения Минсвязи скоро будет некому читать. Когда решают не свое, иное, вот от этого в стране порядка нету. То таможня запрещает кружевное, то Минсвязи предлагает сигареты.